Находясь в отпуске по уходу за ребенком и перед тем, как выйти на работу, женщина может пройти профессиональное обучение, повысить свою квалификацию или пройти переобучение, то есть в зависимости от того, куда она собирается выйти на работу дальше. В ту же организацию работать, где она находится, или искать другую работу. У нас ежегодно эта программа реализуется, женщины у нас обучаются, и после обучения 100% всегда трудоустраиваются. То есть у нас не было пока еще ни одного случая, когда женщина бы после обучения не трудоустроилась. А какие специальности, с кого на кого? Специальности абсолютно разные. То есть это может быть, вот, например, у нас был такой пик, когда медицинские сестры переходили все на компьютеры. Перед тем, как выйти из декрета, женщины обучались на операторов ПК для того, чтобы дальше работать медицинскими сестрами у себя в поликлинике. Например, бухгалтер, пока сидит в отпуске по уходу за ребенком, он может... Программа 1С меняется практически каждый год. Тут была 6-я версия, 7-я, 8-я. Соответственно, уже женщины могут повысить свою квалификацию, получить новый уровень знаний и трудоустроиться в той же организации, не тратя время потом уже на обучение. А много времени это занимает? Смотря какие курсы. То есть, если это повышение квалификации, это может быть от 3 дней до 2 месяцев. А если это переподготовка, то там уже это может быть и 4 месяца, и полгода. А есть вариант с работой на дому? Работа на дому у нас, к сожалению, вакансии появляются очень редко. Ну а вакансии с неполным графиком или с графиком сменности – это очень частое явление. А вакансии появляются, вакансии исчезают. Есть вариант вот их не пропустить? Для этого можно даже не выходить из дома, зарегистрироваться у нас на сайте и получать услугу государственную по поиску работы через интернет.